Что лучше, дорогая камера или iPhone? А может бюджетная камера? Или вообще может быть Xiaomi? Давайте выясним, что же лучше в соотношении цена-качество для предметной фотосъемки. Ты пока подпишись и поставь лайк, а я сейчас буду все это тестировать. Сегодня я буду фотографировать на 4 разных устройства. Первое. Это у нас Sony A7 III плюс 50 мм макро. Это у нас iPhone 13. Это у нас Canon 1200D плюс 855 китовый объектив. И это плюс у нас последнее. Это дешевая Xiaomi. Фотографируем один и тот же предмет с одной и той же схемы света и приблизительно одинаковым ракурсом. И вот что мы получили. А не буду говорить, что есть что, попробуйте отгадать их сами. А вот и сам результат. Я не буду говорить свои выводы, хочу узнать ваше мнение. Что же лучше, iPhone или камера? Напишите в комментариях.